Антикоррупционная служба ГКМБ выявила очередную коррупционную схему в Госагентстве связи при выдаче лицензии на использование радиочастотных спектров подконтрольным компаниям в нарушение действующего законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что бывшее руководство ГАЗ в сговоре с представителями одной из частной компаний без проведения торгов выдало им лицензию на деятельность по использованию радиочастотного спектра с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации станции широкополосного беспроводного доступа в городах Бишкек и Ош, тогда как стартовая стоимость этого радиочастотного спектра при выставлении его на аукционные торги составила бы 61,5 миллионов сомов, которые могли поступить в доход государства. В настоящее время в рамках досудебного производства принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц профильных госорганов. Кроме того, со стороны АКС ведется активная работа по установлению и возврату государству необоснованно выданных лицензий на использование радиочастотных спектров для последующей их реализации на условиях аукциона, что способствует увеличению доходной части бюджета. На текущий период принятыми мерами в рамках расследуемых уголовных дел возвращены государству радиочастоты общей стоимостью более 143 миллионов сомов.